Он раз в год приехал. А недопустимость и нарушение части 4, точка 5, статьи 5, части 3, статьи 6, статьи 16 Федерального закона от 25.07.2012, номер 114, о противодействии экстремистской деятельности, а также 5.6.7 Федерального закона 54 от 19.06.2004, 54 закона о собраниях, митингах, шествиях и пикетировании. В случае нарушения требований указанных норм вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3, 20.2, 20.18, а также к уголовной ответственности по статье 280-282 Уголовного кодекса. Разъясняю, что умышленное неуправление требований сотрудников полиции, вытекающее из его полномочий, установленное законом Российской Федерации, влечет наступление ответственности согласно действию законодательства. Еще раз я предлагаю либо разойтись по 30 метров друг от друга, либо вы прекращаете свои действия. Понятно. Разойдемся на каком расстоянии 30? Смотрите, а если мы просто вот идем на площадку, да, здесь уйдем, которую вы утверждали, что мы здесь не должны стоять, должны здесь не мешать, мы просто на нее отойдем и все, чтобы не мешать. Не надо спрашивать ни у кого. Чего спрашивать? Почувствуйте себя сейчас начальник. Администрация нарушила закон. Претензии предъявите администрации. Хорошо. Так, у вас есть право на обжалование наших действий. Понятно. То есть вам все разъяснено, будьте любезны расписаться. Не надо ничего подписывать. Так, выстраиваемся напротив администрации. Да. Нет, нам не надо выстраиваться. Мы справляемся, и все, и нам не надо сразу протокол составлять. Мы устранили замеченные недостатки. Разошлись. Обычное предупреждение, вы можете спокойно. Мы разошлись. То же самое, что устно, только это еще. Я понял, но я же протестирую с. Это подтверждает то, что я вас уведомил. Хорошо. Я не юрист. Я не знаю, что это. Нет. Видимо, двойка по русскому была. Так, вы мне уведомление вернете, да? Конечно. Конечно, все нужно. Все нужно. Девушка сотрудник ушел. Телефон же. Где человек собрал? Сейчас юрист из Новосибирска подъедет.